Друзья, всем привет, мы продолжаем проходить Tower Conquest. Итак, что у нас здесь по аренам, значит, будет? Так, у меня уже серебро на третьем месте. Серебро, серебро. Так, ну что ж, сегодня нужно побить еще рекорды и, может быть, доберемся до золота. До золота успеем к концу сентября. Так, сундуки, что по сундукам? Кристаллы, как обычно, у меня есть, поэтому... В начале серии, как обычно, кто уже смотрит не первый раз, открываем сундучки. Так, ветроду, в котором есть, сейчас у меня есть, дали 54 карточки, неплохо. Так, второй сундук. Так, сундук подданных опять, это хорошо. Так, эти, по-моему, у меня уже все есть. Так, ну и самый интересный эпический. Неплохие картишки. Так, смотрите-ка, друзья, сразу есть обновление. Неплохо, давайте посмотрим. Так, захватчики. Кто же у меня здесь апнулся до 5 звезд? О, нет, не до 5, апнулась башня. С рыбиной или креветкой. Пчелиный пилон. Пилон, я думал, пилот это пилон. Итак, у нас эволюция пчелиного пилона на 4 звезды. Так, ну почти ничего не поменялось. Так, формирование башни только чуть-чуть изменилось. И стал внутри мутант какой-то более-менее крупный. А то был какой-то малек. Так, что по квестам? Здесь что-то купить, купить. Так, купить ничего нельзя. Так, здесь никаких у меня обновлений нету. Здесь дофигища обновлений. Так, ладно, сейчас... Давайте чуть-чуть заменим здесь. Я уберу. Слизни уберу. Что-то мне не очень он нравится. И башню сейчас поставим. Вот эту новую, которую мы прокачали. Вот, давайте вот эту поставим за 75. Будем его, короче, выпускать дофигища просто раз. Так, башню нам нужно прокачать. И вот этого нужно прокачать. Ох, ё-моё, у него, короче, очень маленький уровень. Копейщик, давай. Блин, а, кстати, интересно, смотрите, какой он персонаж такой с рогами в этой шляпе своей непонятной. Так, идем в бой. Нам нужно арену, арену, арену. Мне понравилось проходить арены. Там хотя бы с противником играешь, а не с компьютером, блин. Ну, правда, здесь... Так, уже 26 уровень попался мне. Неплохо, друзья. Мы подходим к нашим уровням, которые, по сути, нам нужны, чтобы сражаться на равных, друзья. Так, давайте посмотрим, кто у него первый пойдет. Я первого бородавочника выпущу. Так, у него паладин. Так, интересно, они вдвоем зафигачат моего? Ну, почти. Так, а чё грифон там, блин, полетел назад? Он башню использует. Так, давайте посмотрим, что тут башня делает. Нифига себе, башня. Вот это да. Вот это нифига, вот это приколюха. Ребята, вы видели, башня запустила, и слизни из нее полетели. Вот это крутяк. Я, кстати, стопудово вам говорю, что я такого не видел еще. Это первый раз я видел, что из башни. Я за нее как-то играл, то, что она у меня прокачана до 26 левела была. Ну и что, из нее вылетают слизни? Тухлые яйца, ё-моё. Смотрите, 18% тухлые яйца. Так... Тут ничего не сказано, что из нее вот такая фигня вылетает. Круто. Так, ладненько. Сундучок. Редкий за 200. Так, гигантского скелета дали. Так, нет, не накопилось. Значит, продолжаем дальше. По-любому что-нибудь будет у нас, какая-нибудь прокачка. Так, во, ребятки, 28-й уже. Неплохо. Продолжаем бомбить. Офигенско. Ну давай, в бой уже. Что-то не нажимается. Или у меня уже мышка старая. Нифига, надо какую-то другую покупать, а то она слишком громко щелкает. Приходится все шумы эти убирать постоянно. Так, что тут-то? Так, самурай. Давайте против копейщика. Он его зафигачит или нет?
Ну чё, почти. Так, надо на грифоны копить. Так, смотрите-ка, он дошел до башни, нет? Так, бородавочник уже. Да, у меня дошел до башни противник. Но пофиг. Так, ребята, давайте выпустим... Офигеть, башня мне прям нравится. Блин, успеет она, короче, бомбануть. Буф-буф-буф. О, все. Блин, вот это замес, реально красиво. Крутяк. Вообще просто башня офигенная. Так, сундук подданных. Карточки подданных эксклюзив. Так, что же меня ждет в этом эксклюзиве? Так, неплохо, неплохо. О, армия. Но мы ее посмотрим чуть-чуть позже. Вообще, в конце ролика, кстати, посмотрим, что у нас по армии обновится. Потому что там еще эпические сундуки будут. Сражений еще не так мало, не так много. Так, 28-й. Неплохо. Так, у него есть Fallout. Fallout мне не особо нравится. Он сразу все просто разносит в щепки. Квест завершен. Новый противник. Офигеть. Так, давайте посмотрим копейщика против рыцаря. Так, Грифон, давай быстрее копись. Там этот вертолет нафиг летит, надо его сбивать. Нормально. Так, что, Грифон у меня отфигачил? Почти, но нет. Вот это да, бородавочник вылетел круто. Так, я выпускаю, короче, этого. Слизней. И сейчас они будут офигенско круто просто вылетать и взрываться. Вообще по красоте, блин. Просто ради слизней я нажимаю. Это интересно. Они как, блин, такие три бомбы сразу летят и все взрывают. И, ребята, реально круто. Квесты. Новый противник. Три кристалла. Так. Чем мы там открывали? Сундук подных, да? Сейчас у нас эпический. Где ключик? Вот он подобрался. Так, БФГ. БФГ 83 карты. У меня, по-моему, БФГ не прокачан. Может, и прокачан. Так, армия, армия, армия. Отлично. Так, у нас еще есть два бесплатных боя. После чего мы будем смотреть новые обновления армии. Кто-то уже, может, 5 звезд получит, а кто-то еще нет. Так, 29-й, друзья. Александр, офигеть. Так, нормально. Надеюсь, я затащу. Так, у него, смотрите, голем, ниндзя. Черепаха, которая вообще такая бомбит со своими пушками. Крутая черепаха. Ну, давай. Пошел бородавочник. И копейщик. Так, ниндзя. Отлично. Так, грифон. Так, заморозочка, да? Фига себе. Грифон как полетел, я даже не ожидал. Так, используем слизней. Ого, они еще, их нужно и бомбить. Так, подождите-ка, дайте-ка я тоже использую за 500. Нитродув пошел. Почему-то странно, у него как-то быстро накопилось. Так, я-то сейчас тоже использую этих слизней. Башню свою задействую. Все, отходите, отходите нафиг. Я всех выпускаю подряд. Вот, ребята, противник попался мне довольно не... Не слабый, я бы сказал, потому что дофигища. Так, я уже использую опять башню. Давай, 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 бородавочник, зафигачьте, короче, этого мозга. Блин, вообще жесть, ребят, 29 уровень. Нехило так. Так, мне, может, даже и времени не хватит. Офигеть, я думал, мне времени хватит.
Вот это прям вообще противник жесткий, друзья. Я не знаю, что будет дальше, но мы реально уже доходим к реально крутым противникам. Так, ну давайте посмотрим, что у нас по армии. Так, в подданных что-то у нас прокачалось. Маг у нас прокачался до 4 звезд с развитием мага. Так, сейчас он, значит, такой, запоминайте, что будет на 4 звезды. Так, в руке у него здесь посох влево, а в правой какой-то фонарик. Так, поменялась шапка и посох. Ну, более-менее такой крутой стал. Так, у него 18% смертельный удар. Так, редкая карта. Ладненько, давайте его сейчас используем. За место. А, сейчас кого-нибудь уберем. Так, сколько он стоит, этот маг? Так, давайте грифона уберем. И посмотрим, где этот маг. Вот, а, 350 он стоит. Офигеть, что-то многовато. Не знаю, затащу ли я с ним, с этим магом. Ну-ка, 20-32 уровень. Давайте попробуем все-таки. У нас есть последняя энергия. И сейчас мы посмотрим в бой. Так, 29-й. Антонио Педро. Антонио, какой-то испанец, что ли? Кого же он выпустит первого? Так, самурая. Ладно, я паладина. Так, лучница мне не нравится. Давай, затыкивай ее. О, вот этот робот я тоже хотел использовать. Так, ладно, пошел этот. Волшебник, что же он сейчас будет делать? О, он издалека. Нормально, ребятки, он издалека. Фигачит по полной. Так, ну этот противник что-то как-то прям быстро. Фига себе, там только что-то вышло и сразу снесло. Вот это жесть, я даже не успел разобраться, что произошло. Так, ну и напоследок давайте откроем мы еще один эпический сундук, пока у нас дофигища кристаллов. И, возможно, здесь будет какое-нибудь обновление по армии. Ахаха, хотя нету, ничего. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия сегодня вышла у нас. Надеюсь, она вам понравилась. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока.